Погоди. Так, стоп. Живая? Это мы? Нет. Нет, нет, нет. Все хорошо, дочь. Пидорас! Тихо. Все хорошо, дочь. Испытываете ли вы какое-то там чувство гордости, какой-то прилив патриотизма по поводу того, что вот была одержана такая, ну, очевидная внешнеполитическая победа, да, России? И можете ли вы припомнить, да, вот подобные еще какие-то вещи, которые бы вызывали в вас чувство патриотизма и гордости за страну и государство? Наши эфирные координаты, телефон прямого эфира 84952321559, номер для ваших самосообщений 5533, не забывайте про слово «Вести», самая подробная информация. Эх, бля! Срочно, оба. Сказать пусть все. Второй. Срочно к академии, срочно, да, к академии. Ирин, скорую вызовет. К академии, к академии. К академии, срочно. Срочно, тяжелый, двое. А там эту машину, вот, в автобус. Да, там двое, по-моему. Да, двое в машине.
Давай! Случае, если адресат письма не получал. Такое положение есть в поправках к налоговому кодексу, который вступает в силу с 30 июля. Для чего это сделано? Долбай!
лапище, блядь, казино, сука, тупорылый. Я себе ебанулся, Так ты чё, как настроение-то? Всё нормально? Не гуна. Ох, красиво как получилось! Ё-моё! Вот это видео заснял я такое, ёшки!